Ежегодно с мая по октябрь проводится оперативно-профилактическая операция «МАК». В это время выявляются и ликвидируются незаконные посевы, привлекаются к ответственности лица, осуществляющие незаконное культивирование наркосодержащих растений, выявляются очаги дикорастущей конопли и организовывается ее уничтожение. В операции принимают участие все правоохранительные службы. Как правило, более эффективной оказывается вторая часть операции, которая приходится на конец лета, начало осени, когда начинается период сбора урожая. Поле размером с 1 гектар с дикорастущей коноплей было выявлено на территории деревни Шава Кстовского района. Был изъят дикорастущая конопля. Значит, в общем количестве 2075 кустов. Значит, данная конопля была изъята с поля размерами 100 на 100. Вот, она произрастала вкупе с другими растениями. Вот, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по результатам проводимого исследования. Напомним, что операция «МАК» продлится до конца октября. Все жители Кстовского района могут сообщить о фактах незаконного культивирования конопли и мака, изготовления из них наркотических средств и их сбыта по телефону доверия.